Всем привет, меня зовут Нелли, я веду блог о домашних делах и дачных тоже. У нас на повестке дня был небольшой уголочек под мини-огород, где муж вот этим мотоблоком все прошел и сделал красиво. Ну а моя задача перед этим красивым участком огорода привести в порядок небольшой мини-участок сада, который, вот как видно, зарос травой. Косить траву я научилась только в прошлом году. Кстати, с этого момента начались мои мыслишки о ведении блога. Для меня это как определенный вид медитации, и мне помогает в покосе травы муж. Он держит шнур, помогает потом очистить газонокосилкой, а я хожу туда-сюда и думаю о своем. Вот такая вот красота у нас получилась. Не забывайте поставить лайк этому видео и подписаться. Пока-пока!